Всем привет, друзья, подписчики, гости канала. Я Валера с кекликами. Буду их готовить к переезду. Кеклики сейчас страшные, в основном все в линьке. Они яичко снесли, кстати. Давайте зайдем в вольер. Сейчас покажу, кому они будут переезжать. Это не фазаны, они не такие шуганутые. Ну, вся птица линяет сейчас. Такие страшненькие. Будем готовить их к переезду. Сейчас нажму стоп, наверное. Половлю их. Зачем переезжать? Мне нужен вольер. Нужен сейчас вольер. Поэтому надо освободить. Ладно, нажму стоп. Сейчас половлю их. Навел их в свой ящик для переноски. Я в основном с него гоняю голубей. Но для кеклика тоже подойдет. Птичка, скажу вам, хоть и мелкая, но очень сильная. Так поймать не так легко. Но именно и удержать тоже такие прыткие. Ладно, понес их к соседям будущим. Вытянул с вольера ящик. Покажу, кому они переезжают. И переезжают они к золотому фазану. Так, на фазанов сильно не смотрите, они все в линьке. Поэтому они красивые и страшные. Вот. Прикрыв ящик. Хорошо. Будем выпускать. Давайте посмотрим, будет ли конфликтовать или нет. Пока фазаны боятся больше, чем кеклики. Давайте. Спокойненько так вышло и все. Что? Не надо ничего бояться. Ну, а вы чего? Все. Все, ребят, кеклики на новом месте, не знаю. Хорошая это идея или плохая, посмотрим. До завтра посмотрим. Будут конфликтовать, вернуться обратно. Вот.
так, как-то так. Ладно, что, ребят, всем спасибо за внимание, всем пока. А, в принципе, сейчас выйду. Покажу, а тогда уже будет пока. Сейчас выйду с лагеря. А то тень от меня падает, мне не получается. Посмотрим, будут конфликты, не будут. Ну что, все, друзья. Ладно, всем спасибо за внимание. Всем пока и всем удачки.